Добрый день всем. Только что завершился матч, заключительный матч сезона. И слово по игре предоставляется главному тренеру команды. Первое предоставляется слово главному тренеру футбольного клуба Витебск Сергею Михайловичу Ясинскому. Я поздравляю прежде всего с этой победой футбольную команду «Динамо Брест». Они ее заслужили. Хотя, на мой взгляд, счет 3-0 не совсем отражает то, что происходило на поле. Игра, на мой взгляд, была достаточно равной. И все было решено в первом тайме, когда мы пропустили 2 гола. И при таком стратегическом раскладе, естественно, соперник играл по счету, спокойно обороняясь и контратакуя. Тем более, что огромные зоны у нас появлялись в связи с большим количеством атакующих игроков, с которыми мы пытались отыграться. Причин поражения две, я считаю. Первое, это, конечно, вязкое поле. Оно в хорошем состоянии, но в связи с погодными условиями в нашей северной столице, а именно с выпавшим снегом, мы последние 3 недели тренировались на синтетическом поле. Соответственно, от такого газона фактически отвыкли. И с учетом того, что поле достаточно вязкое и непривычное для нас было, из-за этого было много брака технического. Мышцы быстро забивались. В такой ситуации можно только усилием воли перебороть, за счет каких-то волевых усилий преодолеть это физическое, скажем так, не очень комфортное состояние. Но я понимаю своих футболистов, хотя не одобряю это, мы с этим боролись. Очень трудно мотивировать их было на эту игру. Мы весь сезон, скажем, упорно скреблись, добывали очки и лезли в гору к нашему заветному 6-му месту, которое было поставлено нам как задача и руководством города, и самими футболистами, тренерскими штабами перед собой. И вот, проведя почти весь сезон на 9-м, на 8-м месте, все время всматриваясь в эту высоту, после 4 отличных победных игр, заключительным апофеозом, который был победа над Батэ, мы достигли этой высоты, никакого уже турнирного значения эта игра не имела, и мы видели, что футболисты все-таки находятся уже не совсем, мягко скажем так, в боевом состоянии. Мы работали над этим всем тренерским штабом всю неделю, но психология такая тонкая штука. Поэтому, в общем-то, результат сегодняшней игры закономерен. Но, тем не менее, я благодарен своим футболистам за проведенный сезон. Он был очень неплохим. Спасибо, Сергей Михайлович. Сейчас слово предоставляется главному тренеру футбольного клуба «Динамо Брест», который уже в следующем сезоне предстанет перед командой, перед болельщиками в новом качестве. Сергей Петрович, вам слово по игре и о ваших ощущениях. Ну, по игре я так коротенько, скажем так, скажу. Обыграли очень хорошую команду, которая достойна своего места, там, где она находится. Вот. Ну, конечно, было тяжело, скажем так, найти мотивацию на эту игру, но все-таки я благодарен за то, что... Благодарен вообще за сезон, футболистам, вот, всем, независимо, да, кому-то меньше, может быть, доверял, кому-то больше. Вот, но каждый внес, в принципе, свою лепту в наше, скажем, дело, потому что времена были очень тяжелые, начинался год для нас очень тяжело, собирали так покрутиться. Ну, вот получилось несколько этапов в этом году, но в любом случае я благодарен всем. Вот, за хорошую работу, за хорошие отношения, за то, что понимали, что от них требуется. Может, не всегда получалось. Вот, но, по крайней мере, я не видел равнодушных людей, которые здесь у нас находятся.
Поэтому жизнь на этом не заканчивается. Я хотел бы сказать спасибо всем, кто нас поддерживал все эти годы, конечно, нашим болельщикам, которые я считаю лучшие в Беларуси. Не одним из лучших, а лучшими в Беларуси. Поэтому спасибо им большое. Они всегда были с нами и дома, и на выезде. Вот так вот. Спасибо всем. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Игорь Петрович, что вы испытывали в момент полета после матча? Сложно это описать. Писать сложно. В принципе, мы ничего не выиграли. Мы как-то, я считаю, не знаю, может быть, я не прав, как бы. Конечно, не все, но в большинстве своем отношении болельщиков, скажем так, наша команда влюбила себя. Вот, и отношение по сезону, в принципе, было положительное. Хотя у нас, конечно, мы много и горечи доставляли, скажем, нерадостных событий. Но в любом случае большинство, я думаю, что верило. Вот, но я надеюсь, что вот этот шаг, он все равно, скажем так, я душой и сердцем в любом случае с этим клубом. Вот, я надеюсь, что это какой-то новый этап, и все-таки мы достигнем еще больших высот. Сергей Петрович, как вы сами расцениваете переход на новую должность? Ну, это для меня это тоже новое. Вот, ну, какой-то период времени нужен для того, чтобы что-то оценивать. Пока мне это сложно, я занимался только этим делом. Так оно будет, сказать уже. А как давно вы узнали об этой переводе? Ну, достаточно давно уже. Кто принимал решение? Это было в ходе обсуждения с руководством. Мы пришли, скажем так, к единому мнению. Есть много вопросов и нюансов, из-за чего это произошло. Я как бы сейчас не хочу заострять на этом. Далее. Сергей Петрович, хорошо, вы приходите в новую должность, приходит новый тренер, у вас свой тренерский штаб. Говорили ли вы по поводу будущего своего тренерского штаба? Ребят, которые остались. Да. Мнения все остаются. То есть кто-то может там поменяться в каких-то ролях, но все работают, и никого ни в коем случае таких смен не будет. Кардинально. Пожалуйста, еще вопрос. Игорь Петрович, кто лучшим футболистом в сезоне? Ну, я поддержу как бы болельщика, я тоже считаю, что Дима Герман справился с этой ролью, как бы вожака, он такой и сам по характеру, молодец, скажем так, то, что я от него даже не ожидал, не совсем ожидал, он проявил себя очень хорошо, поэтому это награда заслужена. Кто был лучшим из иноземцев? Иноземцев? Ну, тут немножко так у них периоды то фамилия, то КТ, как бы. Хотя, в принципе, я считаю, что более так целостно все-таки Торрес провел этот вот этап, то есть второй круг. Мое мнение.